Добро пожаловать в Мультляндию. Волшебный ледовый городок Мультляндия «Веселая страна» открылся на этих выходных напротив торгового центра по улице Элеваторной. Группа компании «Тау» подготовила для детворы традиционный новогодний подарок. Забавные ледяные скульптуры, персонажи из любимых мультфильмов, веселый паровозик и красавицу-елку. Подробнее в сюжете. На пороге Новый год. Встанем дружно в хоровод. Дед Мороз и Снегурочка встречают маленьких ребятишек на новогоднем городке, подготовленном группой компании «Тау». В этом году организаторы решили воплотить мечту детей – оказаться в сказочном мире с мультяшными героями. Название нашлось подходящее – Мультляндия. Детские городки в основном делаются для детишек. А самое, что у нас у детишек любимое, это мультгерои. Поэтому мы взяли тематику эту, и, в принципе, в нашем городке присутствуют все любимые герои детей. Праздничное настроение создавали главные гости праздника. Весь вечер детвора с огромным удовольствием играла, танцевала, пела песни и, конечно, водила хоровод вокруг красавицы-елки. Каждый ребенок бесплатно покатался на волшебном паровозике и получил сладкий подарок. Довольны остались как дети, так и взрослые. Елка понравилась, паровозик понравился для ребятишкам в радость. Елка. Все нравится. Организация, Дед Мороз, Снегурочка, все. Елка, горки. Дружный, что много народу участвует. Всем весело, сыну тоже очень понравилось. Веселый детский смех и радость на лицах. На городке царила волшебная атмосфера. Праздничное настроение дополнил директор 3.0 ТАО, поздравив всех горожан с Новым годом. Мне хочется пожелать всем огромного здоровья, благосостояния, благополучия. И хочется пожелать, самое главное, чтобы каждому жителю города Стерлитамака наступающий год запомнился каким-нибудь очень ярким, замечательным и светлым событием. Ледовый городок Мультляндия «Веселая страна» от группы компании «Тау» приглашает всех детей и их родителей на новогодние каникулы. Городок будет работать до конца января. Татьяна Захарова, Андрей Тримаев, Стерлитамак, служба новостей.